Всем привет, ребята, мы приехали в зал. Сегодня будем тренировать динамику, статику. В общем, покажу вам, как проходит обычная моя тренировка. Так что полетели вовнутрь. Мы внутри, хотел вам сказать, вот это мой оператор. Так что сейчас переодеваемся и идем тренироваться. Сейчас разминаемся, поставлю на таймлапс. Первая попытка 1080. Пробую просто закрутить сначала. Так, давай. О, почти. Опять что-то с турником. Короче, вот эта штука, это не будет. Понятно, сейчас буду пересматривать. Кино осталось 10 минут тренировки. Дальше не забываем про базу. Далеко очень. Ну что, ребята, все ушли. Сейчас беру вещи и катим тренить дальше. Сайбо. God. Горизонты в стойку. Да, техника ужасная, но плечи прокачивают прям хорошо.
Would tell me I did wrong, but hey, I made a mirror flip. Now what do I say? To make me exist. Stranger. Привет, друзья, это уже следующее видео. Уже все разложил, размялся, так что начинаем тренироваться. Сейчас ждем ребят. Так что полетели. Анзо. Записывать за кадром, так как на видео не было звука, когда я комментировал. В общем, решил бросить 720-900, но для начала надо было снять 720-940. We must on fight against the light and break our cage. We lost everything. Nobody is innocent. We are all guilty. We will burn the world. Burn. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Yeah.
этого егерь, в принципе, хорошо потренил. Но жаль, что не получилось бэк-ту-бэк зацеп хотя бы тронуть руками, потому что, как вы знаете, я уже пробовал его ранее, я выставлял в Инстаграм. И вот этот, кумкат зацеп тоже не пошел. Но уже цепанул руками, это уже прогресс, так что через недельку-две попробую еще и уже будет лучше. Так что постепенно прогрессируем.